Телеканал «Эфир-24» представляет «Просторы родного края». Город Елабуга основан в 1007 году. Население города составляет около 72 тысяч человек. Это второй по значимости после Казани город в республике, обладающий уникальным историко-культурным наследием. Памятники булгарской культуры являются каменная башня X-XIV веков и рунированные останки булгарской крепости-мечети, а также чертово городище. В Елабуге проживали такие знаменитые купеческие династии, как Стахеевы, Ушковы, Черновы. Кроме того, выходцами из этого города были художник-живописец Иван Шишкин, кавалерист-девица Надежда Дурова, поэтесса Марина Цветаева, медик-психиатр Владимир Бехтерев, художник-путешественник Николай Пинегин. С 1988 года в Елабуге началось производство легковых автомобилей. Сегодня Елабуга – современный развивающийся город.